Всем привет, кто уже вышел из школы, кто уже дома находится. Надеюсь, вы после школы не дрочите где-то на улице сейчас, потому что погода вообще говна. Просто из шараги, из школы вернулись домой. Сели, поиграли в КС-очку, посмотрели стримы. Вау! Да мы на хайпе наебанутом, сейчас посмотри на эти цифры. Ничего страшного, сейчас подлетят, бля, буду, сейчас будет наша стабильная шестерочка. Наша, бля, вот сейчас тысячонки B3 просто... И просто едем в ПГ, подкаты хуяк. Нет, мы делаем. Восстание. Восстание. Новый склад. Хрена. Как он назовется? Блиноеда. Блиноеда. Блин. Блиноеб. Ярик, сейчас старый Ярик. Курточки, знаешь? Да, Ярик. Прошлогодний. Алдовый Ярик. Бедный Ярик. Бедный Ярик. Бедный. Вот. Мы едем покупать продукты. А затем мы садимся в наш огромный фудтрак и едем по Москве готовить блины и угощать вас бесплатно блинами. Кто будет нас встречать? Но есть мысль сделать какое-то лимитированное количество талончиков на блины. А бизнес-меню у нас будет или нет? Кстати, меню. Бизнес-меню это как будто... Кстати, а какие блины мы будем делать? Вот это эксклюзивно для LXL было. Ну да. Мы забрали. Разобрали все блины. Разобрали. Подожди, а какие блины мы будем готовить? Только без черных. Кто? Планировал 20... Планировал 21-го, но там только одна реклама, и я не купил даже еще. У Ярика есть ролик наушники. Две части уже вышли наушники. Дил, блин, первая часть наушников, да. Второй наушник. Да хуя получилось, на самом деле, по времени. Так и по просмотрам. Скоро с нами часть выйдет. Ты да, обогнешь Бугатти. Лютая завозная часть вообще. Не, нормально там получилось. Ты смотрел? Ну я смотрел нарезку только, сегодня визуал должен скинуть. Ты, кстати, очень хорош там был в кадре. Да? Да. Не, ну я кринжанул чем. С чего? Себя просто. Такая задача была. Поэтому там будет выпуск 5 минут. Такая задача была. Ну лучше, что там делал Данон, мне такое никогда не... Бля, Данон, бля. Данон очень силен. Ну это нельзя вставлять. Не, я думаю, мы ставим просто... До какого-то момента. Какие-то моменты мы... Ну и у тебя тоже там, слышишь... Ты тоже очень хорош был. Это было очень хорошо. Считай, мы тебе почти ничего не говорили, ты там сам завозил. Да. Здорово. 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 Ну, мне кажется, ну, когда я там сидел, мне показалось, что я нихуя не завозил. Не, охуенно было. Я когда там сидел, тоже мне показалось, что я нихуя не завозил. Не, ну, было пиздец. Я такую крыжу делал. Не, охуенно. Ну, там вот единственное, что... Ладно, увидите. Не, ну расскажи, что там будет, Ира. Не, вам-то я могу рассказать. А, ну все. А че? Вау! UpX. Космическое приключение. Вот этого ебаный флаг. Вот он вайбовый. Давай. Вайбовый вроде. На дворе только октябрь, пишет. Но мы поддерживаем новогоднее настроение. Нет, убери его, вот новый. Он повесил нас, будет уже тракить этот мороз. Ну куда ты? Ну, выглядит красиво. Да. Не дура. Хэллоуин пока. У нас нет Хэллоуина. Мы в России. А, на самом деле, вот как будто Хэллоуин никогда не праздновался. Насадки для дрели. Для дрила могу подсказать. Это... Для это, дрила это там. Это в... Ну скажи. Понял, что они хотят сделать? Че? Стропон на дрель, блядь. Так нормально тебе? Это для новогоднего настроения. Мы повесим на футрак. Ты поминальные свечки взял. Ты еще раз скажешь, что это я сделал. Здоровяк тебе реально. Не поздоровается. Ладно, договорились. Я так больше не соберу Ярик стул. Ярик выше, чем Гориллыч. А? Ярик выше, чем ты. Думаешь. Так что да, ну. Выше, чем ты думаешь. Просто принеси. Так, погнали. Так что, сковородки, может, надо на всякий случай? Не, он взял. Сито для процеживания... Чего? Те, что... Без комков было. Ты комок, ебать. Вы вообще блины в руках держали, нахуй. Какое нахуй сито? Мы в деревне, блядь, что ли, где мука, блядь, в мешке нахуй. Сюда, с мышами. Ты, по-твоему, у нас мука с мышами, блядь, или что?
У нас вот этот мешок 50-килограммовый, открываешь, и там мышка. А ебанат, он вообще не понимает, что если не просаживать, блядь, муку? Ты не понимаешь, мальчик. У тебя блины с комками будут. Мальчик. Бля, тогда последний раз блины готовил, да дура, блядь, мохнатая. Ты делаешь охуенные с пюрешкой? Не пиздеть. Блядь, котлеты охуенные были. Забиваемся, еще раз готовлю. Все, спор был, ребят, вы все видели. Салфетки возьми. Те. Полотенце надо. Че? Сделай, Лёха. Тут вода хлорированная, это отравка. Это отрава. Ну и что ты? Колечко, Лёха. Это освежитель воздуха? Как ты, блядь? Ломай. Как давай, открыть, ломай. Блядь. Ну давай, Лёх, конечно, не твое. Лёх, может, не будешь ломать? Я ничего не трогал. Сломал. А я ничего не говорил. Поняли? Нам же это. Пойдем, Ярик, давай не будем дурью маяться уже. Все это время. На допинге. А вот, все, не выкидывай. Ты обколотый, да? Не выкидывай, намочим ее, как ваша салфетка пойдет. Скажи. Кстати, на самом деле вену менее больнее, чем через палец. Тогда. Вену ты просто тебе колят и это. Голову назад в другую сторону убираешь и все, даже не видишь ничего. Я смотрел прям. Один раз я слышал только фу, мне плохо стало от этих разговоров, все сразу же мне плохо стало. Да? Ноги вялые моментально. Я вспомнил, как мне брали кровь из вены, и я слышал, как кровь течет в банку. Как? Мне плохо стало. В пробирку. В банку? Да. Реально? Под напором, это же... У меня нормально было, я ничего не слышал. Мне охуясило. Типа стекало прям? Прям... Вот такая... Как раньше? Подожди, мне плохо, я сейчас сознание потерял. Прикинь, она стекает еще. Тихо, заткнись, все, мне плохо. Подожди, это за чуть-чуть. Да, это нахуя. Пойдем. Сыр не забыли. Ты самую невкусную хуйню взял? Спасибо. Спасибо, да. На Твиче, делай мырл на Твиче. Дорогой стрим. Конечно. Давай, Лёха. Давай, Данил, всё. Ты моё море, и в тебе захлебнулось сейчас моё сердце. Ярик. Пошел волны перестал бить. Давай, Лёха. Спасибо. О, присылай. Пожалуйста. Хорошего дня, девчонки. Всего доброго. Спасибо. Хороших уроков и оценок. Колбасу надо брать. Не вот эту тему, а колбасу. Блять, ты хоть знаешь, что такое хорошие уроки, блядь? Я заволновался. Я не знаю, что их сказать. Вот это, вот такую. А что? А Ярик. Чтобы кого-то усыпить. А Ярик, обними их по-братски. Кого? Так они меня не знают, поэтому они как не знают? Они подошли такие, о, плюс лайк. Бля. Пойдем за сыром. Немало ты взял? Чего? Немало ты взял? Разбираемся в холодильниках. Да. Пожалуйста. Хорош, надеюсь, Рань. Ну я, да, я с Америки только что прилетел. Хорош. Хорош, Сань. Ты сейчас освежился, да? Слушай, помолодила тебя Америка-то. Да, конечно. На бургерах американских. Я вот на этом. На Фистаблс от этого. Мастурбиз, знаете такого, да? Да. Вообще... Фистаблс, говно шоколад. Да. Но помолодел он тебя. Чуть-чуть ты лет 10 ты Санька. Саныч. Ты помнишь, когда-то ты прыгал на Матизе? Ну, ты да, нам да. Хайпа дал. Да. Спасибо, реально. За спасибо, что поднял. А сейчас ты в школу пошел. О, как не, было. Ну это факт. Парадеич помнит. Пожалуйста, родной. Пожалуйста. Когда перестанешь быть ЧСВшным, я тебя могу заново поднять. Да? Главное, ну, общайся с нами, да. Спасибо. Не уходи в YouTube к своим новым друзьям, Суперстасу. Да. Давай, все будет чики-брики, чики-брики. Нормально, вы еще подниметесь. В Челябинск с Лехой слетаете? Ну да. Там в доме постримите. Бля, такие стримы у вас крутые были. Так помолодел. Ни одного не смотрел. Но знаю просто, да. Спасибо. Спасибо за детство, Саня. Да, пожалуйста. Спасибо тебе, вот, народный. Да, ладно, Сань, ты меня поднял, ты что? Так, ну, конечно, тогда не поднимали. Спасибо. Все, давай. Давай, Санек, увидимся еще с тобой. Да. Как время меняет людей, да? Молоко. 3.5 жирность. Саня Бенджамин Баттон, никто не знал. Охуенный он. Знаешь почему? А. Это Милка. Можно же с Милкой. Чувак, это... С Милкой договориться и сделать свои шоколадки. Можно шоколадку, один кусочек в блин класть, заворачивать. Блять, это мой секрет для рецепта. Только не эту надо.
Знаешь, какую? Клубника нету. С сливками, да, нету, да. Нету, нету надо. Че, не, это... контент делаете? Ну да, по шоколадкам мы, блогеры шоколадные. Пистополс, да. Слышали? Мистер Бист. Милки клевые. Милки клевые, да. Мы сейчас вот хотим, да? Хотим сейчас контент по милкам сделать. Мы по Альпингольду в прошлый раз проехали, сейчас вот по милкам. Ладно, если вы не рофлите серьезно, то у вас бананом топчик. Мы пробовали, но мне клубника со сливками. Нет, здорово. Бананом? Не-не. Вот именно эти, бананами крем, вот она топчик на самом деле. Спасибо. Спасибо, брат. Это был эксперт, кстати, по шоколадам. Ну, мы тоже эксперты. Топ-1 шоколадные. Сегодня. Это топчик, реально. Не, ну это реально топчик. Давай, погнали. Давай чаю. Вот. Корона. Вот это. Вот это. Смотри. Сода? Ну, я, кстати, без соды делал. Вот она, сода. О, плюс вайб. Спасибо. Ну, в смысле, прекрасно. Отличная атмосфера. Прекрасная обстановка. Нет, не, нет, все, соды. Спасибо. Нет, спасибо, я могу. А вот, мы тоже долго искали, вот. Полчаса, вот в конце. Берите Макфу обязательно. Совсем не обязательно. Почему? Почему? А потому что она вот разная бывает. Да? Сама мука, я имею в виду. Из упаковки в упаковку? Не... Разная? Ну, я просто пеку очень много, поэтому... Опа, а рецепт блинов не подскажете? Мы вот блины хотим приготовить. На память нет, но не на память могу сказать так. Льете молоко. Да. Ну, наверное, пол-литра вам хватит. Допустим, а да. Может быть, если на троих... На троих сообразить то хотим. То и литр может литр, быть. Да, ну, литр, да. Туда в литр четверочку и яичек. Да. Соответственно, да. Если вы любите очень сладкие блины, те, если хотите быстро, 4 сковородки. Да я такой, я на двух делал максимум. Хорошо, на двух у делайте. У нас 40 сорисков. Короче, берете половник. Чуть на глаз. Да. Льете и вот так сковородкой делаете. На глаз не больно будет? Ну, на глаз, чтобы был тонкий слой. Ну, вы уже жарили блины. Я да. Ну, прекрасно. Тогда мне по вам видно, что вы лучше знаете, как это делать. Поэтому вас и спросить. Смотрите, знаете как? Из-за того, что мы вас задержали, оплачиваем вам покупки. Перестаньте. Чего? Куда? Перестаньте. Гражданка, вы чего? Перестаньте. Берите, что хотите. Перестаньте. Мы башляем. Нет. Нет, подождите, вы нам рассказали секретный рецепт. Не надо, а мы... ничего я вам секретного не рассказала. И куда вы мне за такой рецепт столько будете платить? Ой, расслабь, для нас это мелочи. Не принимается. Да, даже... Смотрите, когда я вас предупреждаю снимаете... сразу. Я сейчас буду следить за вами, как только вы подойдете на кассу, я вам все оплачу. Нет, да. Я когда тут я сяду предупредил. И буду сидеть. Я подожду, не переживайте. Я вас найду. Я сейчас буду следить за вами между рядов ходить. Перестаньте, молодой берите, человек, что это хотите. Несерьезно. Нет, я угощаю. Я несерьезно, я вам говорю. Короче. Пожалуйста, можно вам оплатить? Блины снимаете на тарелку и кладете кусок. Что за лайфхак? Говорите, не помните. Ну, рецепт. И я вам серьезно говорю. Не хотите меня обидеть? Ругается. Я не могу так. Вы что? Я вас найду сейчас. Хорошего дня. Вам в 5 раз больше этого второго. Не поздно никогда. На самом деле, когда ты говоришь, я вас найду, это не звучит, типа, понял, как хорошая идея. Тем более от здоровяка двухметрового. Да, в сторону бабушки, я вас подожди. Найду. Слышишь, ты нахуй, ловитель квартир, блядь. О, блядь, еще один лайфхак. Вот это вот. Мука льняная. Да. Мука, ну это лен, это туалет. Тот же лен. Дело не в туалете. А у меня дело в туалете. Не в туалете. Дело совсем не в туалете. Одну ложечку берешь и какаешь, как ну, подобается. Нет, даже если... нет. Нет. Берешь молочко, греешь ну, его. Спасибо. Честно, серьезно. Да, но еще мы вас там ждем, чтобы оплатить. Вы... Нет. Да как нет? Меня как воняет, мне Ольга. Ольга. Всего доброго. Ольга, всего доброго. И не вздумайте мне платить. Вы что меня обижаете? Ну а ладно, не будем обижать тогда. Может, тогда вы нам... Что нас запасть? А? Это стрима? Мне нравится. Я помню, когда Парадеевич мне... Я пустил меня на один день, на два дня в квартиру, когда он уезжал. Я ему купил место... Ты ему обхаркал весь пол. Не-не, я ему оставил место святого источника Синежскую. И он написал, что ты кусаешь. И он сказал, что я бомж ебаный. Понятно. Парадеевич злой в итоге, да? Ну, да. Парадеевич другой уже. Ладно, там нам. Ладно, дай попробуем, я открою. Что, блядь, наша газированная? Вытирай. Вот и все. И на место. Ладно. Ну, честно, дай попробовать.
Ну, привкус откроешь? Есть. Откроешь? Синежской. А, подсниму тебя. Не, не, подсниму. Ладно, я на самом деле на говне, но я не могу вытереть ничем. Встретил я указ. Охуенный вот. Че? Ну вообще ни в какую, понял, чуть ли не до криков. Прям. Ну конечно, я тебе об этом ты говорю. Поколение какое, ты обидишься, что она за себя заплатить не может? То есть ты, она по-твоему прям... кто? Нищая? Прям в моменте люди начали останавливаться, смотреть, думали, я доебался до нее. В итоге честно, ты же просто подходить хотел был, да? Да, ребят, ну это тоже магазин. А, ну вот. Убирай. Моет. Ну, ничего страшного. Извините. Ну бывает такое. Пожалуйста, я не специально. Да. А, реально? Ну конечно, потому что лучшая букмекерская компания. Наш, он наш. Ну да, ну всегда можно начать играть в доту. Я, например, себя из будущего уже. Да? Правильно. Правильно. Нихуя не понял, что он сказал. Под такие вопросы еще подъебался. Куда? Ну, какое будущее? Ой. Чуть не хочу. Чуть не украл. Не хочу. Бесконечное. Бесконечное будущее? Бесконечное пространство вариантов. Ты можешь один из вариантов выбрать. Всего лишь один из вариантов. И ты можешь это устроить? Да. Просто нужно запрос, да? Во Вселенную. А я пока не готов. Да? Он ебанулся. Чуваки, он мне говорит, что буду вечно жить. Хорошо. Чел арбуз купить не может, блядь.